привет. В общем, поступил запрос на влог и на то, чтобы я покрасила свои волосы в черный цвет. С черным цветом пока повременим, а влог, пожалуйста, никаких проблем, можем снять. Значит, смотрите, у нас сейчас воскресенье и уже поздний вечер на самом деле. Я не знаю, куда смотреть, я на телефон снимаю, мне кажется, надо вот сюда смотреть, где огонек горит, чтобы как будто я с вами разговаривала, да? В общем, план на сегодня был выполнен практически, состоялась приборка, это то, что обычно происходит в воскресенье, приборка домашняя, потом стирка обязательно, все перестирано, все прибрано практически. Я даже сделала упражнения сегодня кое-какие, я вообще-то в этом плане как бы очень нерегулярно занимаюсь спортом, это, конечно, не есть хорошо, оставлять желать лучшего, но и всякий раз, когда я все-таки собираюсь и что-то делаю, мне нравится делать в последнее время. Это называется marching band moves, то есть это когда маршируешь всякими там, ну, движениями, да, то есть активное такое кардио. Вот, вот это я люблю. Плюс я еще хочу после того, как я вот устану от вот этих марширований, короче, степ, у меня есть такая платформа, и я как-то пробовала, мне понравилось делать степ, это очень-очень хорошее упражнение, на самом деле, вот, и, в общем, всякий раз, когда я себя заставляю, после этого, конечно, очень хорошо себя чувствую, и, как бы, хвалю себя, да, внутренне за это. Вот, что еще? Хотела, думала, кисточки почистить, но на самом деле не так много их собралось, поэтому пока повременим, может быть, в следующие выходные. Дальше, на завтра, значит, такой план, завтра понедельник, и все, кто в теме, бокси-чармеры, завтра распродажа, не просто распродажа, а мега распродажа на сайте BoxyCharm в 12 часов, поэтому я себе будильник завожу, будем смотреть, что у них там есть. Это мега дропшоп называется теперь, раньше это был, я забыла уже, как раньше он назывался, вот так вот все быстро движется. И там всякие, конечно, вы знаете, классные находки можно сделать, надеюсь, там будет что-нибудь стоящее. Вот, поэтому это на завтра такой план, плюс... Во вторник я иду к дантисту на чистку. Пишите, друзья, ходите ли вы регулярно на чистку зубов в России или где вы там живете, в Казахстане, на Украине, да? Я знаю, что из Азербайджана у меня много зрителей, Беларусь. Напишите, потому что здесь это такая как бы обычная тема, то есть два раза в год принято ходить на чистку зубов. Это как бы поддерживает их здоровое состояние, то есть чтобы не запускать, они убирают весь этот налет, да, всю эту гадость, короче. И во вторник я записалась, я иду, они мне напоминалку присылают каждые 6 месяцев. А до этого, друзья, я за январь уже успела 4 раза побывать у зубного. Дело в том, что мне сделали как бы скан полностью, да, зубов. Это делают раз в 5 лет. И там у меня обнаружились, короче, косяки в том плане, что у меня были пломбы, и они наполовину откололись, и надо было как бы по новой их заделывать. И вот у меня, значит, за январь я 4 пломбы себе сделала, представляете? На самом деле, конечно, здесь не... как-то бы сесть... У меня уже рука устала так держать. В общем, я в ванной комнате нахожусь. Что говорил, ты уже забыла. А, дорого здесь дантист стоит, услуги дантистские. Но, как бы, если у вас есть страховка, то это, конечно, со страховкой 80 или даже 100% покрывается, как правило. Поэтому вот так вот. Страховку нужно иметь, когда дело идет. Нет, такой свет не косит, мне не нравится. В общем, страховку лучше иметь, когда дело идет о дантистских услугах и вообще в принципе. Так, дальше. На той неделе было меньше видео. Я прошу прощения, чем обычно, потому что у меня выпал день на прошлой неделе съемочный. Мы ездили в русское консульство менять паспорт. Ну как менять? У нас истек российский паспорт, который мы получали на 10 лет, с которым мы приехали сюда. И вот уже, представляете, 10 лет прошло, как
вообще как будто, можно сказать, один год так быстро. И он у нас истек вообще в августе. Теперь смотрите, чтобы поменять российский паспорт, здесь это занимает, как ребеночка родить, 9 месяцев примерно. Записываешься сначала в электронную очередь и ждешь полгода, чтобы тебя пригласили. То есть у нас паспорт истекли в августе, а вот мы в феврале сходили только на собеседование, и она сказала, что паспорт будет делать не меньше 3 месяцев. Короче говоря, 9 месяцев в итоге. Но надеюсь, к лету все-таки мы их получим. Снова на 10 лет, естественно, мы сделали. Вот. Поэтому это, конечно, было важное дело, потому что, извините меня, в Россию без нашего загранпаспорта не попадешь. Канадский паспорт – это хорошо, но он работает везде, кроме нашей страны. Так что такой парадокс. Дальше. Значит, что еще? Что еще? Какие еще планы на эту неделю? Вроде больше никаких. На самом деле у нас сегодня холодно, и завтра будет холодно. А потом уже какое-то такое потепление. Погода в этом году скачет просто страшно по температуре. То холодно, то тепло, то что-то между. Вот. Поэтому никогда не знаешь, сколько градусов будет на следующий день. Так, на завтра еще план еще снова сделать какую-нибудь аэробику. Желательно, да, потому что надо, конечно, двигаться, желательно не менее 30 минут в день, да, если как бы особенно на диване сидишь большую часть времени, поэтому это, конечно, надо себя заставлять. Мне приходится себя заставлять, и то как бы очень редко такое случается, если честно. Вот, я специально, кстати говоря, нанесла перед тем, как снимать вот этот тент на губы, это у меня от Lancome. Я знаю, что вы помните, скорее всего, эти тинты, да, это у меня в цвете Pink Power 378. Мне нравится, я вам рекомендую, они реально тинты, да, вот как бы такой насыщенный цвет, но на губах они абсолютно такие полупрозрачные, при этом держится очень хорошо, то есть тинт есть тинт, мне очень нравятся тинты, корейцы очень и японцы хорошие тинты точно так же делают. Так, дальше, что еще? Вроде бы все. Я, значит, тогда буду снимать этот влог в течение как бы пару дней, да, когда будет набираться материал. И тогда я выложу и потом посмотрим, еще, может быть, что-нибудь сниму. Забыла вам сказать, что на завтра еще план снять видео за тестинг, может быть, сефоровских каких-нибудь продуктов. Что-нибудь в этом роде. Плюс я заказала кое-что с сайта Sephora. Это кое-что от бренда Наташи Денона. И плюс я еще хочу... Короче, на скидке очень крутая палетка от Наташи Денона. Одна из ее больших палеток на 50%. Никогда она не была на этой скидке. Поэтому это очень хороший шанс ее приобрести. Они, по-моему, ее убирают из производства. Вот. И поэтому... Я ее хочу купить, потому что у нее, естественно, практически 5 из 5 рейтинг. Это я знаю, что хорошая палетка. Так, вроде бы все. И во вторник я еще хочу зайти в аптеку. Мне тут кое-что надо докупить. Посмотрим, буду ли я это снимать. Я не люблю снимать в общественных местах. Очень не люблю, когда вокруг люди. Это как-то странно. И я себя чувствую... Откровенно вам скажу, не в своей тарелке. А зачем мне себя чувствовать некомфортно ради того, чтобы снимать то, что, в принципе, и не обязательно вообще снимать, да? Так, пока вроде бы тогда все. Я думаю, что мы увидимся с вами уже завтра, в понедельник. И продолжим. Посмотрим там сначала, значит, BoxyCharm. Потом мне надо будет до этого еще сделать важный звонок кое-какой. И этот важный звонок решит кое-что важное. Короче, друзья, будем прощаться пока, да, и увидимся завтра в понедельник. День Святого Валентина, между прочим, 14 февраля, поэтому заранее вас всех поздравляю, и все, пока-пока. Пока-пока, до завтра. Понедельник! Вроде не бездельники могли бы жить, им бы понедельник и взять, и отменить. Друзья, привет! Понедельник. Докладываю. Обстановка позитивная. Всех поздравляю с днем Святого Валентина.
звонок важный прошел хорошо, но долго. Сегодня буду снимать Сефору, плюс еще кое-что. И планирую, как мы договаривались с вами, сделать аэробику и приготовить еду. Сам процесс я не буду, наверное, снимать, а просто вам финальный результат покажу. Кстати, я вам хотела показать, помните, я вам рассказывала, что мне пришел подарок из России, вернее, он шел, когда показывала свои подарки, и вот он наконец-то здесь, сейчас я вам его покажу, секундочку. Вот он! Смотрите, какая крутая фотокнига про, как вы уже сами поняли, Россию. Это книга Дмитрия Маркова. Не знаю, в курсе вы кто это или нет, он был у Дудя в гостях как-то. Это такой фотограф, который делает именно вот фотографии такие российской каждодневной жизни. И вот эти мои любимые, которые вот именно пятиэтажки, девятиэтажки старые, вот это окна фотографий, мне очень нравится. Дальше, здесь идут, сейчас, секунду, вот. «Россия» называется, Дмитрий Марков. Короче, друзья, книга, доставка стоила из России больше, чем сама книга. Здесь вот слова хорошие от Алексея Пивоварова, который главный в редакции, Кирилла Серебренникова и Митя Олешковский. Вот, и вот, собственно говоря, книга такая, здесь всякие разные фотографии. Я подписана на Дмитрия Маркова в Инстаграме, поэтому, если вам интересно, как говорится, check it out. Вот. Очень-очень круто. Так что вот такая вот книга приехала, очень тяжелая такая, и я довольна. Так, господа хорошенькие, я хотела вам еще показать, забывала постоянно, вот такой вот бокс для хранения украшений из кожзама. Смотрите, какой он красивый. Здесь зеркало есть, вот там оно. Сюда я сложил все свои украшения, там кольца, жемчуг и так далее. Здесь идут вот такие вот ящички отдельные, и внизу еще один отсек. Короче, я в основном сюда жемчуг весь свой складировала, и просто невероятный какой-то сундук. Мне он очень нравится, он очень красивый, и стоил он совершенно недорого. Вот такие пироги. И еще, я забыла совсем поговорить с вами про Boxy Charm. Распродажа-то сегодня была, мега дропшоп. Ну как была, она и сейчас есть. Они задержали ее на целый час. Обычно она по нашему времени здесь 12 часов бывает. Я захожу 12 часов, а там написано в час. То есть как бы у них постоянно какие-то неполадки с сайтом, я заметила. Поэтому не удивляйтесь. Я все просмотрела. Пишите, что-то вы докупили в этот раз на этой распродаже. Очень много было всего хорошего, интересного, эксклюзивного. Но дело в том, что у меня это уже все по большей части есть, поэтому я вообще ничего не купила. Вот, так что экономия-экономия. Но я как бы объективно говорю, что там очень много всего интересного, хорошего. И по супер выгодным ценам, там палетки Визиард всякие, которые до этого не были на распродаже. Поэтому обязательно зацените, если вы на боксе подписаны. Плюс очень много там хорошей всякой уходовой косметики от всяких хороших сефорских брендов и так далее. Поэтому, если вы забыли про нее, то сейчас она происходит, она у них, наверное, пару недель еще продержится. Так что вот. А я вообще ничего не купила, и как бы в этом плане немножечко даже горжусь собой. Но, знаете что, я хотела, у меня было 4 продукта в корзине, но я не стала покупать, потому что за доставку надо платить. Плюс они еще стали $2 сверху брать за какой-то там handling fee, то есть ни за что, можно сказать, поэтому $7 сверху за доставку переплачивать ради 4 товаров, я считаю, что это, ну, не нужно, не обязательно, вот, поэтому посмотрим, может быть, что-то в следующий раз продаж докуплю, вот, а сейчас я тогда буду снимать видео, и увидимся с вами потом тогда уже с полным лицом макияжа, да, и посмотрим, что дальше будем делать, либо упражнения, либо готовить еду, запеканку. Окей? Все, пока. Вот она, запеканка готовенькая. Кабачки, фарш, лук, морковь, сыр.
Все. Шикарно, много раз уже делали. Сначала все обжаривайте, а потом запекаете в духовке. Не очень долго делать, но не совсем быстро, поэтому сейчас будем пробовать. И я не уверена, что там по соли, поэтому сейчас попробую, вам скажу. Так, товарищи, пробуем. Пробуем, пробуем. Шикарно, кайф. Все. Пока покушаю. И потом посмотрю, буду ли я еще сегодня включаться. Упражнения пока не сделаны, поэтому с каждым часом Надежда, что делает, уменьшается. Потому что чем позже, тем неохочее делать упражнения. Но, может быть, все-таки сделаем сегодня, поэтому никогда не говори никогда. Все, пошла кушать. Пока. Привет, друзья. Ну что, у нас конец дня. Около 11 часов вечера. Посмотрите на этот румянец. Только посмотрите на этот румянец. Короче говоря, я только что сделала упражнение. Горжусь собой невероятно. Мне так пришлось себя заставлять. Впрочем, как и всегда. Также, значит, день был довольно продуктивный. Все, что запланировано, было сделано. Упражнения. Я приготовила еду. Я сняла видео, которое мне нужно. Сейчас я его уже отредактировала. И его осталось только загрузить Сефору, да? Дальше. Что еще? Состоялся важный звонок. И это все, в принципе, что было запланировано на сегодня. Завтра мы с вами идем на чистку зубов к 11 утра. И посмотрим, если я очень надеюсь, что придут какие-нибудь посылочки, и я смогу снять еще видео, но это не факт, поэтому поживем, увидим, как говорится, да? Вот, завтра у нас на самом деле прохладно все еще, минус, да? А уже в среду плюс 7, представляете? Я даже поверить в это не могу, но буквально на 2 дня плюс 7, плюс 4, потом снова будет минус. Как я вам уже и говорила, в этот раз зима очень-очень сильно нестабильная, температуры скачут. Так, вы пока пишите, рассказывайте, как у вас дела, чем вы занимаетесь. Вот, вроде бы все на сегодня, тогда завтра я с вами увижусь в среду, нет, во вторник получается это завтра, да, и мы с вами тогда как бы закончим этот влог, потому что завтра у меня последний день выходной, а потом мне будет уже некогда снимать, не до этого. Вот, такие пироги. Я вообще, честно говоря, меня всегда удивляет, как вот народ, у людей целые каналы, основанные на влогах. Это просто поразительно. Как они вот умудряются находить, загружать контент, делать его интересом, эти влоги, потому что ничего же не происходит, друзья. Все одно и то же, все так же, как у вас, ничего интересного. То есть, что снимать, о чем рассказывать? Мне кажется, не знаю. В общем, пишите, интересны ли вам влоги. Я понимаю, когда, допустим, в путешествие, да, поехать, это еще что-то там можно как бы наснимать. Я уже, кстати говоря, дождаться не могу, когда мы с вами поедем куда-нибудь на курорт. И вот там вот интересно, мне кажется, будет поснимать, да. Мы любим вечером посидеть на балкончике, поразглагольствовать. Вот. А куда вам хотелось поехать, если на курорт, если не секрет, напишите, пожалуйста. Мы рассматриваем, ну, не сейчас, да, в будущем. Мы рассматриваем, мы не были на Ямайке, Доминикана. Ямайка, Доминикана, это из экзотических. Также мы еще хотим на Коста-Рику, но Коста-Рика, там как бы пляжи не такие прикольные, как вот на Ямайке и Доминикана, например, да. Пока мы Кубу, Мексику пока не берем и Багамы, потому что там мы уже были, мы хотим чуть новое посмотреть, да. Вот, такие страны. Короче, голосуйте, Ямайка или Доминикана пока. Вот, в общем, увидимся завтра, тогда спокойной ночи. Пока-пока. Друзья, привет. Среда. Нет, вторник. У меня, я бегу на чистку зубов.
меня в 11 назначено время. Угадайте, сколько сейчас? 11:03. А я только выхожу из дома. Благо, тут идти несколько минут всего. Не больше 5. В общем, опаздываю, как всегда. Я как тот заяц из «Алисы в стране чудес». Опаздываю. На чаепитие. Все, давайте вам покажу, как все выглядит. Сегодня прохладно, на самом деле. Сейчас, секунду. Смотреть по сторонам. Так, сейчас давайте я вас флипну и покажу вам, что, как выглядит. У нас минус 6 сегодня. Опаздываю. Кстати, друзья, мне пришло сообщение, что пришла посылка черная. Обычно это означает, что это бокси-чарм. Так что сегодня постараемся снять бокси-чарм. А опаздываю я, потому что я еще должна была выложить видео сипоровского. И я это сделала. Так что смотрите с удовольствием. Все, увидимся позже. Заняла гораздо дольше, чем я думала. Обычно полчаса примерно занимает процедура. В этот раз фактически час, можно даже сказать час. Мне выдали вот такой пакет с зубной пастой, флоссером. Очень неприятная процедура, просто жесть. Вот этим крючком, да, для вязания, они там копаются, под десна залезают. Ничего хорошего, но с другой стороны это обязательно надо сделать. Очень приятная женщина была, азиатская, никогда я ее до этого не видела. В следующий раз через полгода иду. Я думала, это никогда не закончится, если честно. Короче, сейчас идем в аптеку и покупаем зубные пасты. Смотрите, значит, ой, как-то я опять камеру закрываю рукой. В общем, пришла мне маленькая бокси-чарм, это, я так понимаю, базовая, Sephora, мой заказ небольшой. Вот этот я в аптеке купила, Sensodyne. Мне нравится большой сразу покупать, чтобы мне дольше хватало, это отбеливающая паста. И вот этот я вечером пользую, это мне дантист порекомендовала, потому что это содержит большое количество флуорида, эмаль поддерживает. В хорошем состоянии. Это мне тоже надолго хватило. Она на распродаже была, вот это конкретно. Дальше вот этот вот нам дочка Вадимовна подарили пакетик. И давайте посмотрим, что там. Обычно там паста точно так же. Это, кстати, счет. Сейчас вам покажу, сколько стоила чистка. Обычно зубного щетка дают. Вам тоже дают, наверное, да, когда уходите? Вот крест. Как раз таки для чувствительных зубов. И обычно там еще штука-то, которая прочищает, флосс, да, который зубная нить, короче говоря. Вот Oral-B, это обычный набор стандартный, который они всегда дают. Дальше, короче, сейчас я вам скажу, сколько стоила процедура. Ой, процедура. Нычка удивная.
процедура, значит, стоила, почти час заняла, представляете? И я заплатила 265 канадских долларов. Это вот так стоит чистка обычно. Но, значит, смотрите, если у вас есть страховка, то обычно покрывается 80%, либо даже 100%. Поэтому это как бы вы из кармана. Вы платите, но потом они автоматически посылают запрос страховой компании, и вам потом денежку 80 или 100% возвращают. Так, сейчас я быстренько надрежу сифоровскую посылку и посмотрим, пришло ли все в порядке, не разбилось ли чего. Сейчас, секундочку. Так, друзья, только что сфигачила коробку, еще не смотрела, все ли пришло. Так, это листик с заказом. Ура! Смотрите, какая прелесть! В общем, Наташа Денона, я вам говорила, была на 50% скидке. Тропик палетка у меня есть в большом варианте. И вот это вот в маленьком варианте. Мини-тропик палетка. Плюс, смотрите, какая прелесть, сифоровский набор. Очень хорошую качество помады у них. И тоже на 50% скидке. И смотрите, какие рождественские прикольные дизайны, да, и очень красивые цвета на самом деле, так что это мы будем тоже с вами пробовать. Дальше Dylan Blue Versace пробник пришел, и смотрите, какой еще пробник, Tom Ford Rose de Russie. Это только-только у них на этой неделе состоялся выход этих ароматов новых, и была возможность выбрать вот такой пробничек, как раз одна из двух. Там у них есть роза Амальфи, роза Китая и роза русская роза. Это вот это вот. Так что будем с вами пробовать, нюхать в видео про Sephora. Мне очень интересно. Я вообще-то аромат с розой не люблю, но роза России это все может поменять. Так, ну что... Какой сейчас еще план? Сейчас, наверное, кофе попить. И что еще-то? Обязательно надо сегодня поделать упражнения. Ночка Вадимовна, что скажете? Смотрите, Ночка Вадимовна себе нос расковыряла, и он у нее теперь больше не черный. Как у вас было такое у котов? Зарастет он дальше, у нее снова будет нос черный когда-нибудь или нет? Ночка Вадимовна, покажи носик свой. Покажи, как ты носик расковырял нехорошо. Во, глядите, друзья. Теперь она у нее розовый нос. Так, все, пока отключаюсь тогда. Ну что, конец дня. Так я сегодня и не позанималась. Вместо этого с ужином выпила банку пива, и моя аэробика накрылась медным тазом. Короче, друзья, на этом мы влог будем заканчивать. Посмотрим, буду ли я снимать еще в ближайшее время. Пишите, что вы думаете, и не забудь подписываться, потому что я... Сами знаете, регулярно загружаю и не только влоги, но и всякие другие видео, поэтому оставайтесь в нашей замечательной компании. А пока мы будем прощаться, всего хорошего, пока-пока.